Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. И начинаем с вами с ивента, как обычно. Кстати, сегодняшняя цель — попробовать набить как можно больше конфет для того, чтобы приобрести себе мяту. 55 минут у нас остается до завершения, ребята, ареновской лиги сегодня. Так что попробуем. Так, мне дают чернику и кукурузу. Так, давай, наверное, сюда поставим. Замедляшка пригодится, наверное, чуть-чуть попозже. Так, черника — это, конечно, хорошо. Блин, что-то у вас тут как-то многовато. Бежит. Так, капельку я, наверное, сохраню. Вот это заберем. Будем, если что, применять на кукурузу, скорее всего. Так, молодцы. Черника просто бомбит всех электричеством. Я не знаю, почему не... О, воу-воу-воу-воу-воу. Ты посмотри. Эх, не успели. Так, нам нужно с тобой вот так вот делать. Нет, 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 нет. Родной, заморозься. А как мне тут успеть? Как мне тут успеть со всеми справиться? Объясни-ка мне, пожалуйста, на милость. Блин, придется здесь, наверное, использовать газонокосилку. Так, а вот тут сможем откинуть их? Ну? Блин, что-то ничего не получается, ребят. Ну вот куда ты идешь, а, Глоер? Куда ты вот пришел? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Тут надо замораживать. Я даже не знаю, как нам тут с тобой быть-то. Откинул, успел, да? Еще, давай, давай, давай. Нам нужно, чтобы наша черника подбивала этих всех гаргантюа. А другого варианта здесь нету. Или же нам придется с тобой использовать деньги для того, чтобы... Ага. Так, ладно. Гаргантюашки нужно, чтобы они подохли все здесь сразу же. Но они идут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что происходит. Так, давай. Ну, оттолкни ты его. Нет, он не смог оттолкнуть. Ребят, нам придется вот так еще тогда сделать. Да сколько вас здесь? Ну, серьезно, это что за... Что за дела, ребят? Что происходит, а? Как мне тут справиться с ними? Я не знаю, как мне тут с ними справиться. Придется еще раз использовать так вот. Вот этого надо откинуть подальше, потому что он здесь стоит, нервирует меня, если честно. И капельку под ноги ему подкинем. Вот здесь вот, молодец, успели подбить. Но вот тут вот, тут посмотри, что происходит. Замедлись. Ну, молодец. Так, черника, ребята, делает офигенные дела, и мы с вами справились. Фух. Выжили. Можно было бы, конечно, наверное, здесь все-таки не тратить газонокосилку, но я что-то пужанулся на самом деле. Так, смотри-ка, нам дают с тобой томаты и 1000 голды. Ну что, будем еще раз вторую попыточку с вами тратить для того, чтобы пройти. Давай. Ну что, друзья, готовы? Я лично готов. Давай также попробуем идеально с тобой пройти. Ну, черника, естественно, в первую очередь. Пускай она копит разряд. И сразу же будет бомбить. Так, этот Гаврюша вот тут появляется. Хотя нам надо было, наверное, кукурузу ставить все-таки пониже. Вот он, этот зомби, идет. Давай-ка вот так чернику сюда поставим. И сейчас, главное, сразу же пойдут гаргантюа. И причем вторую попытку, когда ты начинаешь использовать, они становятся сильнее. Зомби. Вот тут, скорее всего, нам даже придется, наверное, потратить финансы. Хотя у меня их не так много. Ну, наверное, придется все-таки сделать. Смотри-ка, у нас с тобой очень много удобряшек. Очень много удобряшек. И нам, наверное, сейчас придется вот так вот делать. Сюда поставим защитника. Правильно, вот так вот их надо всех откидывать. Давай, давай, родные мои. Так, замедлять их срочно. Здесь нужно всех замедлить. Блин, этот летит. Так, а тут тоже намного все хуже. Ну. Так, нормуль, нормуль, нормуль. Вот этот вот вреднюка, конечно, еще тот. Да-да, именно вот этот зомби. Смотри, что он делает, а. Так, мы его откинули. Защитник работает хорошо. Да замедлитесь ты, а. Что же тут творится, а? Пришлось, ребята, мне использовать финансы. Давай защитника поставим сюда. Замедлим всю эту шайку-лейку. Нервируют они, потому что очень сильно. Так,
сделаем, чтобы вот таким вот образом. Да чтоб тебя, опять этот летит на всех парах. Мы его, конечно, пытаемся откинуть. Давай здесь его тоже сделаем. Так, еще, наверное, да, нам с тобой придется сделать замедляшку и потратить удобрение. Как-то вот так это все дело у нас происходит. Этот зомби уже достал меня, вот серьезно тебе говорю. Смотри, он лезет и лезет, их там уже двое. Пошли прочь. И все эти гаргантюа тоже пошли прочь. Блин, я этого не успел, ребята. Черника, ты будешь меня бомбить? Все, у меня, по-моему, финансов больше не хватит на что, да? Финансов абсолютно ни на что не хватает. И остается, что черника, если только их успеет бомбануть. Фух. Почему-то черника бомбит именно в начале слабых зомби, а гаргантюа остаются на потом. Ну, главное, что прошли. Потратил я, конечно, львиную долю своих денежек. Так, шипы, томат и 1000 голды. Ладно, главное, что ивент полностью у нас с вами пройден. Ну, а мы с вами продолжаем играть. И мне нужно сегодня получить как можно больше конфет. Я хочу купить, как уже говорил, мяту. Но не знаю, получится ли. Так, давай отсюда выходить. Надо зайти, кстати, себе на огород. Глянуть, что у нас там созрело. Или надо, наоборот, что-то посадить. О, кстати, неплохо. Отлично, кукуруза и томат. А сюда я могу посадить новые растения. Так, цитрон и защитник. Ну, для начала неплохо, я тебе скажу. У нас есть какие-нибудь новые испытания? Так, здесь я получаю гемы. Сколько там? Две штуки получил, да? Ага, вот здесь можно получить три конфеты. Здесь можно получить две. Так, и вот это вот можно было бы, в принципе, испытание пройти, да, получить пиньяту. Наверное, мы сегодня этим и займемся. Я хотел еще заглянуть на арену. Сколько чего и где я нахожусь? Ну, я, ребят, три дня не заходил в игру, поэтому где-то в низинах нахожусь, наверное, да? На восьмом месте. На восьмом месте. Кстати, здесь нужно получить тоже нам с тобой 4 конфетки. Можно попробовать даже еще 6. Это 10? Это будет 88, да? 90 конфет мы можем, в принципе, за сегодняшнюю игру получить. Ну что, поехали. Ребят, я здесь немножко поменял стратегию. Я надеюсь, здесь ничего не поменялось? Сейчас посмотрим. Если... Да. Все по-старому, поэтому мы... Вот такая, ребята, у меня команда. Только вместо Дейзи я предпочитаю теперь брать кабачок. Подожди-ка, почему у меня... Я от подсолнуха... Подожди-ка, тут что, поменялось, что ли? Да нет, вроде бы все то же самое, да? Будем работать через мины. Защитник мне здесь не нужен. Лава-гуава. Так, по-моему, ребята, что-то поменялось. Возьмем с тобой вишню. И клевер. Где мой клевер? Мне он здесь обязательно нужен. Так, мина, защитник, точнее, лава-гуава, кабачок, вишня. Это, да, вот такая вот команда. Ребят, я отказался от Дейзи только лишь из-за того, что нам нужно здесь наносить очень много дамага. На Дейзи все-таки, да, она бомбит, она станет зомби, но нам именно нужен дамаг. Поэтому именно вот таким вот образом я это все дело и расставил. Ну что, остается нам пытаться... Тихо, подожди, кабачок, куда ты? Пытаться все это сделать... Пройти, естественно, как можно больше набить очков для того, чтобы победить. Выставляем с тобой везде здесь мины. Еще раз напомню, оставляем всего лишь одну с тобой свободную ячейку для того, чтобы когда появилось надгробие, мы могли с тобой спокойненько, как говорится, не переживая, что у нас мина просто здесь тратится. Надгробие появляется именно в свободной ячейке, да? Естественно, полезут там зомбари со всех щелей. Так, надо было бы на кнопочку нам с тобой поставить здесь, да? Я определенную кнопку юзал. Но это не беда, сейчас после этого боя я все сделаю как надо. Чтобы вот так вот не переключаться сюда, вот постоянно идти, а чтобы нажал и выставил, нажал и выставил. То вот это вот немножко припаривает и меня, и вас тоже. Ну что, практически последнюю мину мы с тобой выставляем и поехали. Можно было бы, конечно, и вот этих еще выставить сюда. Ничего страшного бы от этого не было.
Но начинается, как говорится, погром. Начинается погром. Этого нам нужно обязательно сдуть отсюда. Нечего здесь прохлаждаться. Так, выставляем кабачок. Опять же, мину забрасываем. Все как раньше у нас с тобой было. Только немножко изменено. Совсем как. Ага, ага. Идет танцор диска, смотри. Там наяривает, бежит. Ну, ему, ребят, здесь, естественно, ничего не светит. Здесь подобьем. Так, летунов сразу же, как только видим, сразу их сдуваем. Сюда выставляем кабачок. Здесь у нас с тобой что-то мин нету. И надо, наверное, нам взорвать. Тут практически полный хаос у нас творится. Ну, у зомби нету вообще ни единого шанса здесь, конечно же, на выживание, на то, что они здесь могут куда-то там пройти. Нет, конечно же, нет. По очкам у нас уже 408 тысяч. То есть довольно неплохо мы с тобой идем. Выставляем вот сюда, наверное, кабачок. Пускай там прыгает, давит. А вот здесь вот с какого перепуга ты идешь? Куда ты летишь-то, родной мой, а? Разогнался. Так, сдувать пока нам некого. Тут чудики на фортепиано брынчат, дринкают. Ну-ну-ну-ну-ну, мина, ну сработай. Господи, что так тебе стоит взорваться разочек? Ну и как ты видишь, у нас в принципе все очень хорошо. Сюда можно кабачок даже поставить, но уже закончилось время. И смотри, что у нас имел противник. Ну, в принципе, неплохая комбинация. Единственное, что не хватает ему, конечно же, мин. А так было бы все хорошо. Мы с тобой зарабатываем первую бесплатную перчатку и двигаемся дальше. Нам нужно заработать с тобой здесь все конфетки, которые разыгрываются. Да, для того, чтобы приблизиться вот к этой мяте. Я не знаю, ребята, через 41 минуту заканчивается вот этот вот лига вот эта. И мята, она тоже закончится или нет? Вот что меня интересует. Если тоже, то я тогда просто не успею. Элементарно. Очень хотелось бы. Так, и теперь нам нужно, как я и обещал, выставить кнопочку на наш, на нашу мину. На картофельную, да? Древнюю. Так что через секундочку увидимся. Так, ну что, давай посмотрим. Да, все нормально работает. Вот так вот мы с тобой быстренько, как говорится, выставляем мины. Чтобы там не париться, да, не выбирать их. Очень быстро выставляем. Ну что такое? Подклинивает где-то что-то, а? Все поле усеиваем с тобой этими самыми минами. Опять оставим одну всего лишь ячейку свободную на поле. Вон, пускай она вот здесь вот будет оставаться. И здесь вот тоже засаживаем все этими растениями. Кстати, можно сюда тоже поставить эти мины. Ничего страшного не будет, поверь мне. И также можно вот здесь тоже выставить. Можно все, все абсолютно деньги потратить. Ничего, как говорится, страшного в этом нету. Самое главное здесь дамаг, я еще раз говорю. Поэтому где кто здесь стоять будет, это уже не важно. Поехали. Понеслась, как говорится. И сейчас будет разруха полнейшая. Не забываем, естественно, подбирать солнышки. Все как полагается. Как только накопили, сразу же тратим. Единственное, что вот этот вот летун меня очень сильно бесит. Раздражает, просто разлетался здесь. Ну и, конечно же, вот эти вот мелкие зомби, которые тут появляются на самом начале. Так, выставляем сюда лаву-гуаву. Я ее еще не поставил, почему-то не поставил. А, ну там, понятно. Ты дышь. Ну куда ты вот летишь, а? Скажи мне, летунок. Сюда, конечно же, кабачок сразу выставляем и плодим наши мины. Так, смотрим, здесь вот, а? Мешается немножко. Причем эти флакончики зомбаревские, они везде стоят. Они везде их разбрасывают. Блин, я не могу сюда поставить ничего. Так, кабачок можно задействовать вот сюда. Там опять летуны. Естественно, их сразу сдуваем. Никаких, как говорится, ему стуков не даем. Сюда вот бамс. Взрыв на макаронной фабрике. Опять же можем с тобой расплодить достаточное количество мин. Здесь вообще, вообще, ребята, никто при такой тактике по идее не может пройти. Просто не хватает силенок, мощей. Все везде заминировано. Ну, ты сам видел, да? Рекорд у меня вот этой вот стратегии где-то под лям 200, по-моему, максимальная. Ну что, мы с тобой зарабатываем еще 4 конфеты, и это классно. Дальше у нас идет разыгрывание, по-моему, там пиньята, да?
Так, а сколько у меня? У меня 8 перчаток, ничего себе. Накопил 8. Так, значит, мы можем даже пройти, попытаться полностью этот ивент. Я не знаю, ребята, интересно вам это смотреть, не интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам не интересно, я не буду больше снимать эту лигу. Будем, не знаю, что делать будем здесь, я без понятия. Ну, лигу снимать мы не будем тогда. Начинаем, значит, что? С нашего ореха. Ты почему я его называю орех? Это мина. Естественно, лава гуама также нам. Что я парюсь-то? У нас же вот здесь вот такая штука есть. Да, как вы мне подсказали в свое время. Типа, Рэй, нажми, и все у тебя будет хорошо. Так и надо делать. Ну что, и выставляем, как обычно, с тобой мины. Мины можно вообще везде. Жалко, здесь нельзя вот так нажал, хоп, провел линию, да, и они тут появляются. Ну, это во многих стратегиях так сделано, да? Чтобы вот не по одному выставлять, а просто сразу засеять весь ряд, сколько тебе нужно. Так было бы намного эффективнее. Так, все здесь засеем с тобой. Да, вот это вот расстановка. Если бы можно было бы нажать бы какую-то определенную кнопку, и у тебя все твои растения, которые до этого стояли, тоже так бы появлялись, было бы вообще классно. Кстати, я зря вот здесь вот сделал так. А знаешь, почему зря? Потому что здесь появится могилка. Вот здесь вот. И это, кстати, плохо, потому что за этой могилки пойду сразу зомби. Да, я что-то как-то не подумал об этом. Надо же было там обычно оставлять ячейку-то свободную. А тут я, конечно, сплоховал. Как бы мне это не вышло боком. Ну, у нас есть газонокосилка, так что ничего страшного. Поехали. Красиво, да, смотрится? Ореховое, ой, ореховое. Картофельное побоище. Самое настоящее. Самое настоящее ореховое. Да что ж тут, блин, орех тут в голове. Картошка, конечно же, картофельная мина. А у меня все орехи в голове сидят. Так, смотри, что происходит. Вон там зомби, видишь, идет. Серфер этот. А здесь еще мелкие появляются, да, периодически. Падают с разных сторон. Это ничего страшного. Давай, все, полный разнос здесь идет. Здесь взорвем. Вот так вот. Лаву гуаба тоже по возможности как только есть выставлять сразу. Ну, чтобы просто не простаивали у тебя карты. Только ради этого все это делается. Мину. Там опять, я смотрю, летун летит. Куда мне тут можно его? Вот сюда вот сдуть, чтобы он нам не мешался. Везде лишка удобряшки. Еще тут активировать. Ну, абсолютно никаких проблем. Просто массовые побоища происходят у нас. Очень люто, очень прикольно и классно все получается. Да, эта стратегия лучше, чем через, когда я играл Дейзи. В разы лучше и больше, как говорится, эффекта. Наверное, сам это видишь. Даже по тем же самым очкам получается намного выгоднее. Ну, давай, давай, давай. Кабачок сюда высыпь. Ну вот, 990 тысяч. У противника всего 353. Видишь, у него ошибка. Он ставил себе солнышко, которое здесь, в принципе, вообще не нужно. Ты здесь зарабатываешь солнце с головой, и тебе они просто здесь не нужны. Так же, в принципе, как и арбузы вот эти вот. Арбузы заморозки, может быть, еще даже лучше были бы, чем простые обычные. Так, ну и мы с тобой получаем пиньяту. Из нее она выпадет. Так, ага, стали 20 карточек. Неплохо. И все? Только лишь стали? Ну да, получается, в каждой, в одной карточке 10 стали. А нам как бы дали сразу 2 карточки, соответственно, 20 стали. И нахожусь я в данный момент на 8 месте. Ну, я перейду где-то, может быть, до 5, а до лидеров, тройка лидеров у нас, естественно, не получится, потому что здесь 225 корон. Это надо... А тут вообще 507, ну ты представь, да? Это надо с самого начала садиться и просто... задрить, как говорится, эту арену. Даже, наверное, покупать дополнительно себе за гемы перчатки, чтобы постоянно быть, как говорится, на коне. Ну что, ребят, поехали. Такая же тактика. Орехи. Ой, все это делается ради, ребят, наших этих конфет. Мне нужны конфеты. Я хочу получить эту мяту, потому что именно этой мяты у меня нету. Но даже если мы выполним с тобой все задания, да, мы уже почитали, получится 10... Точнее, не 10, а 90 конфет. А нам нужно 100 для того, чтобы приобрести. Так что дилемма. Вот я и боюсь, если у нас эта лига закончится, 100% будет новая лига, да? Кстати, будет новая лига, будут новые, наверное, растения. Надо будет обязательно
К сожалению, завтра не получится, потому что у меня начинаются, опять же, рабочие дни. Как всегда, минус 2 дня из моего графика. Потому что я работаю двое дней по двое, так скажем, да? Два в день, два в ночь. Так что, ребятушки, увидимся уже, наверное, только на следующей... Нет, не на следующей неделе, а... Через два дня. Да, через два дня. Так, ну что, погром начался. Обожаю, кстати, смотреть, когда они тут взрываются. Классно это все выглядит. Обожаю, очень классно смотрится. Так, кабачок. Давай сдувать. Нам нужно сдуть вот этого архаруса, который тут летит, сломя голову. Смотри, смотри, что тут вытворяет, а? Эти зомби думают, что им здесь все можно. Нет, тут ничего нельзя. Недостойны, да, находиться даже рядышком. Кабачок, давай дави там, если кого, если не давить. Бумс. Лава-гуава тоже нам в помощь. Капитальные погромы. Один из самых, наверное, красочных таких боев. Ну, опять же, я тебе скажу, везет, что у нас с тобой мина и вообще все растения имеют именно удобрение. Сразу под ультой они, короче, бомбят. Ну и от этого, естественно, такой дамаг высокий. Соответственно, столько много очков. Если бы здесь было бы немножко по-другому, да, не так бы все было, конечно, весело. Вот здесь, видишь, что это? Прям под носом у нас там хотели появиться, но ничего у них не вышло. Да, где-то приблизительно на уровне лямчика мы с тобой пляшем. Лям там с небольшим. Но это при условии, что если тут вообще тебе будет фартить, чуть ли не каждую секунду будут взрывы. Ну и видишь, тут у нас все хорошо. Нифига себе, у него гранатовая мортира, да? Или гранатовая бомба 6 уровня. У него 7 уровня электрогорохострел. Это, ребята, донатер 100%. Или же он играет, я не знаю, там лет 10. Но опять же, чтобы открыть тот же самый электрогорохострел, нужно вложить реальные деньги. Поэтому я предполагаю, что он действительно донатит. Ну что, у нас с тобой 6 перчаток еще остается. Мы можем все-таки завершить полностью эту арену. Я думаю, вы не против. Если кому не нравится смотреть это все, он может, естественно, перемотать. Или же я могу вырезать начало, да, и показать уже последний бой. Ну, я этого делать не буду. Если кому сложно смотреть, тот может просто-напросто перемотать сам. Как говорится, тут ползунок передвинуть — это секундное дело. Так, ладушки, выставляем опять мины. Сейчас они тут допрыгаются. Нам осталось пройти всего лишь 4 боя. 4 боя, и у нас с тобой 6 перчаток. Время 50. Там не 50, там уже, наверное, минут 35 осталось до завершения этой лиги. Кстати, я не посмотрел, может быть, мята, кстати, и не исчезнет. Хотя, скорее всего, исчезнет. Ну что, остается вот этих вот чудиков здесь расставить. Они, в принципе, ребята, здесь не нужны, если честно. Но я их так, чтобы хотя бы начинали там издалека бомбить по кому-нибудь. А по большому счету они не нужны здесь. Абсолютно. От них здесь толку ноль. Поехали. О, красиво. Оп, надгробие сразу появляется на свободной ячейке. Это само собой разумеющееся. Сразу там взрывы на макаронной фабрике. Блин, мне даже поставить некуда. Во, нашел местечко, чтобы этого чудика сдуть. Сразу же с тобой так делаем. Со всех щелей выползает тараканы, а? Фиговы. Да-да, вот эти вот еще мелкаши, которые прыгают, тоже, конечно, раздражают. Давай-ка вот здесь вот взорвем, наверное. Вон, видишь, сколько солнечной энергии здесь, ну, просто за глаза. Так что особо на нее тратиться, я думаю, не стоит. Особенно, кто берет с собой вот эти вот подсолнухи. Ну, это на самом деле глупо. Подсолнухи здесь, ну, просто не нужны. Это я тебе точно заявляю. Так, ну что, кто? Все, что ли? 30 секунд остается. Я уже даже не знаю, кого тут бомбить. Тут уже все, по-моему. Что смогли, то разбомбили. Здесь уже никого не осталось. Так, вишню поставить. Куда ее? Сюда? Блин, я не могу.
Туда ее поставить, вот здесь только есть. Ну, и в принципе, все, ребят. Все, тут победа за нами. Последние секундочки и победа. Ну и почти лямчик 100 мы с тобой очков заработали. Опять же, не прав мой оппонент. Он взял, ну, неподходящую. Для меня так лично это вообще не катит. Даже вот эта капелька, которая замораживает врагов, этого не надо делать. Знаешь почему? Потому что ты их заморозил, и не идет следующий приток зомби. А тебе нужно наоборот, чтобы они шли как можно быстрее и чаще. Так, ну что, у нас следующая пинета, и мы с тобой смотрим. Так, яблочная мортира, да, нам достается. Банановая ракета. Опачки. А вот это хорошо, я ее могу прокачать. И кокосовая пушка, тоже 10 карточек. Слушай, ну неплохо. Банановую ракету мы с тобой можем прокачать. Это, кстати, хорошо. Я думаю, что она, правда, будет очень дорого стоить. Но она того стоит. И остается нам с тобой пройти еще 2 раунда. Ну и я, как видишь, на 8 позиции. Альвара что-то как-то от меня чесанул, сломя голову. Пужанулся. И щемится, видимо, учуял, что его догоняю. Посмотрел, наверное, что там остается действительно очень мало времени. Не надо, говорит, поднажать. Но ничего у него не получится, так же, как и у меня, в принципе. Мы не догоним этих чуваков. И я, опять же, останусь в серебряной лиге. А хотелось бы, конечно, перейти уже в золотую. Ну что, все то же самое абсолютно. Никаких новинок. Единственное, что у нас с каждым разом результат немножко лучше, лучше и лучше. Но это все, опять же, рандомно зависит. Как пойдут зомби, на какую мину встанут, в каком количестве. Если, например, их целая волна появляется, да, соответственно, они все взрываются. Много урона, много очков. Все это рандомно. Если они будут по одному ходить, да, один, например, наступил на мину, соответственно, он взрывается, мало очков, мины нету. Как говорится, минус баллы. Поэтому лучше всего, когда они идут кучкой. И поэтому, кто берет капельку, заморозку или кукурузу, которая станет этих зомбарей, это сделано зря, это в ущерб себе. Надо, чтобы не прекращался поток зомбарей именно к тебе. Только в этом случае будет успех. Ну что же, начались тут погромы, как ты видишь. Зачем я сейчас так игру ума не привожу? Можно было не делать. Так, я не вижу тут летунов, как ни странно. Где? Где наши летунчики? Почему их нет? Танцульки, да? Все дела, вышел он туда. Кабачок, причем, ребята, прыгает не только на своей полосе, где он находится, да? Он прыгает вообще по карте, естественно, когда он находится под удобрением. Так, тихо, тихо. Далеко там полетел так парнишка, а? Разогнался он мне. Давай, кабачок, выставим сюда. Сюда, куда его, даже не знаю, куда его тут лучше поставить-то. Так, вот здесь у нас нету ничего прикрытого. Давай так сделаем. Ну и куда ты полетел? А, у вас даже несколько здесь. Разлетались. Все прекрасно, все прекрасно, все хорошо. Кабачок, выставим сюда с тобой. Вот тут вот бомбанем. Ну, видишь, да, здесь немножко похуже все получается. Потому что они как-то не очень хорошим таким нахрапом идут. И, соответственно, мы из-за этого с тобой очки-то теряем. Хотелось бы лучше, но, видишь, 800 тысяч всего лишь набили. Причем я хочу тебе показать, что растения у меня по прокачке не самые топовые. Ну, ты сам это видишь, да? Всего лишь 2 уровня. Все, ну кроме вот этой ежевички. Так что я еще как-то умудряюсь здесь противостоять. Ну что, друзья мои, мы с вами получили еще конфеток. И нам нужно получить вот эту вот последнюю пиньяту. И, наверное, будем заканчивать. Все равно тут... Слушай, а Лавара действительно что-то уже газует. Он все... Он действительно, наверное, решил бустануть. Но... Поздно, как говорится, пить боржоми, когда почки сели. Так что хоть он и от меня бежит, я, в принципе, за ним-то и не гонюсь. Мне нужно просто здесь добить, как говорится, эту арену. И бог-то с ней, как говорится, и забыл про нее. А Альвара там просто бежит, сломя голову от меня. То есть я прохожу, да, получаю там уровень. Соответственно, у меня должно быть побольше корон. Но как ни посмотришь, у него всегда на 2 больше.
Так что, ребятушки. Кстати, на втором канале вышла новая серия по растениям против зомби. Битва за Нейборвиль. Как раз мы там убиваем босса Патриаса и сенсея Дзена. Кому интересно, переходите и смотрите. Так, ну что, остается у нас вот так. И давай ежевику. Естественно, я бы, может быть, и поменял бы ежевику, наверное, на растение, которое бомбит огнем. Мне кажется, от него было бы больше эффекта, потому что у ежевики, если честно, дамаг вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Она стоит здесь, ну, просто как для красоты. Это можно даже... Тихо, подожди, какой релоуд? Никакого релоуда, вперед. Для красоты, потому что, ну, я не могу ее отменить. Она здесь, понимаешь, по умолчанию стоит. А так бы, конечно, я бы ее заменил. В первую очередь, так, тихо. Муклешка летит уже там. Давай, лаву-гуаву сразу же. Можно было, если бы была бы такая возможность поменять лаву-гуаву, конечно бы я, ребята, ее бы тоже поменял. Потому что у нее очень-очень долго идет активация. Хоть и лужа, хоть она и дамаг наносит, все это очень долго. И причем ее, не забываем, отпинать. Ну, отпинать в плане вот этой вот танцоры, которые вот здесь вот находятся. Смотри, что происходит, конечно, не отпинывает. Так, давай-ка мы сюда вот, наверное, бомбанем. Отлично. Так, мины, потому что мин у нас наверху почему-то нету. Очень интересно, куда они у меня там все подевались. Так, смотри, мы здесь с тобой проигрываем, если честно, нашему оппоненту. Ну, потому что как-то, ну, тут даже видно, ребят, невооруженным глазом, что враг, ну, просто не идет, не хочет идти. Так, это все надо сдуть. Вообще что-то как-то кисло, смотри. Куда все зомби-то делятся? Эй! Вообще нет, представляешь? Очень-очень скудненько они как-то идут. Вот такое вот бывает на самом деле в игре. Не знаю, с чем это связано все. Но мы тут проиграли. Как ни странно. Почему удивляться? Видишь, да? Очень-очень медленно и мало зомбарей на меня шло. Ё-моё, ну нифига тут. Ну это, ребят, ничего не решает, его прокачка. Мне придется тратить гемы, чтобы не потерять ту самую пиньяту, ради которой мы, в принципе, здесь с тобой и боремся. Но поверь мне, здесь я проиграл не потому, что сделал что-то очень плохо, а в том, что здесь было очень много летающих зомби. Здесь было мало ходящих, да? И в основном летающие. А за летающих нифига не получаешь, потому что они летят и не взрываются. Их приходится постоянно сдувать. Но ничего, у нас с тобой, как говорится, был как говорится, шанс на ошибку. Мы потратили с тобой 20 штук гемов. Ну, поверь мне, это ничего страшного, потому что гемы я уже могу тратить спокойно. Единственное, можно покупать в магазине, как говорится, карточки, да, на наши растения, чтобы прокачивать. А что-то новое открывать уже не могу. Я все растения, которые за геймы продавались в магазине, новые, я уже их купил. Последний был, это как раз кабачок. Кабачок — это последнее приобретение, которое было за геймы сделано. Так что давай дальше. Выставлять здесь. Да, лава гова действительно немножко хандрит. Мне кажется, здесь бы даже, наверное, эффективней была бы банановая ракета. Потому что она бомбит, очень неплохо наносит урон на начальной стадии. Единственное, конечно, проблема, что потом приходится за нее юзать, постоянно кликать. Так, ну опять что-то как-то опять кисло все начинается, ребята. Вот смотри, я думаю, что это сразу видно невооруженным взглядом, как начинается битва. Очень-очень паршивенько. С такой долгой раскачкой обычно они сразу там идут просто нахрапом. А тут ничего подобного. Абсолютно ничего подобного. Лава-гуава. Давай сразу же выставляем бомбы. Тут их взорвем. Все, так, кабачок сюда выставим. Ну вот куда ты бежишь, ну куда ты вот разогнался, парень. Вот так вот должно быть, видишь, когда вот они просто ордой появляются, и, соответственно, сразу все получают урон. Так, ну мы, опять же, все равно, ребята, очень медленно мы с вами идем. Я вижу это все по очкам. Кислая какая-то прокачка. Может быть, оппонент нас, конечно, и не догонит, но и мы с вами не особо тут сильно, как сказать, бустанем, да? Давай вот так вот взорвем. Лава-глава очень долго, конечно, там расчехляется. Очень долго. И это мне не нравится.
Так, кабачок поставим сюда. Лавгоу, например, сюда вот. Да, не очень я доволен результатом. Всего 814 тысяч. Так, а у него, ребят, ну я скажу, неплохо. Он здесь повоевал, кстати, да, неплохо. Цитрон, кстати, цитрон тоже как вариант можно брать, потому что он пробивает весь ряд. Ну, а мы с тобой, естественно, открываем пиньяту, где у нас очень много будет карточек на растений. Лук, 10 штук. Отлично, дальше у нас идет. Этот гриб, ребята, мне пока недоступен. Он покупается за бабки, за реальные. Так, ежевика. Тоже, ребята. А, могу, кстати, проапать. Да. Грибок. Тоже, кстати, могу проапать. Я что-то даже и не смотрел, что у меня столько растений, которых я могу прокачать. О, хороший орех, ребята. Вот мне бы его получить. Был в свое время ивент на них, но я продинамил вспышку, так скажем. Боулинг, опачки. Прикинь, мы с тобой можем луковицы боулинг прокачать тоже. То есть три растения, как минимум, которые уже готовы, как говорится, на прокачке. Ну-ка. Ну ты видишь, да, Альвара? Альвара просто сматывается. Уже разница всего лишь в одно очко у нас. Подожди-ка, 84. Слушай, так может быть нам еще пройти? У нас как раз с тобой хватит, чтобы получить еще 4 конфетки. Слушай, ребята, да. Поехали. Нам же нужно с тобой конфеты, конфеты, да. Если я успею, блин, ну, мне кажется, нет. Там же еще надо пройти доп. Занятие. Ой, занятие, задание. Чтобы отхватить это все. И, кстати, я не заметил, сколько там времени оставалось. Ну, сколько у нас серии идет? Наверное, уже полчасика, минут 20, да? Ну, я имею в виду, если включать еще ивент, который мы с тобой уже прошли. Да, наверное, минут 30 где-то идет. Поэтому, блин, очень мало времени остается. Мы с тобой заходили когда на лигу, да? Там оставалось 41 минута до завершения. Ай-яй-яй. Ладно, я попробую все-таки вырвать. Ну, в любом случае, мне кажется, конфеты нам эти пригодятся. Но не сейчас, так будет в следующий раз какая-нибудь прикольная мята или еще что-нибудь, да? И мы с тобой сможем спокойненько приобрести. Уже, как говорится, не будем волноваться. Если, конечно, у меня не будет соблазна что-нибудь приобрести. А я ведь могу потратить. Как всегда, знаешь, а потом заработаю. А когда что-то новенькое появляется, ты думаешь, ё-моё, ну зачем я там покупал те самые там 20 растений, да? 20 карточек на растения. Опять же, только мята. Он 25. Тихо, подожди-ка. 25 конфет стоит 20 этих растений. Карточек на растения. Ну, смотри, сейчас довольно неплохо все идет. Могло бы, конечно, поинтереснее, позабавнее все это выйти, но как есть. Как есть, так есть. Оу, смотри, вот, видишь, очень много летающих опять. Только из-за них, в принципе, все проблемы. Так, я сюда поставлю. Кабачок тоже лучше выставлять на начале, где откуда выходят зомби. Там от них больше эффекта. Так, давай, наверное, сюда вот мину влепим. Лава гуава, ну-ка. Жарь-ка этому серферу. Сюда. Что там у нас по очкам? Ну, по очкам все хорошо, вроде бы. Могло бы и лучше. Кабачок давай сюда, выставим тебя. Чем раньше этот кабачок у нас активируется, тем больше, как говорится, он нанесет урона растений. Ну, а дальше ты уже знаешь. Чем больше урон, тем больше очков. Так, тихо, почему у нас тут-то наверху вообще ничего нет, а? Даже ко мне на милость. Кабачок, давай там топчи всех, что ты там рассуриваешься. Так, ну что, лям очков мы с тобой заработали. Опередили оппонента почти на 400 тысяч. И это классно. Так, ну что, мы получаем с тобой опять же бесплатную перчатку. И сейчас мы как раз и глянем, сколько осталось времени. Есть ли вообще понт тут этим заниматься? 12 минут. 12 минут. Фиг его знает. 12 минут. Ну, на один-то бой нам хватит, а нам же нужно еще сколько-то будет. 6 конфет. Как их добыть, а? Проблема. Целая. Прям я так скажу тебе. Че я все время смотрю? Уже по привычке я все время высматриваю эти растения. Не искоренить, как говорится, эту привычку. Здесь надо все быстро. Ну давай, ну что там, кнопка не срабатывает. Что, перегрелась что ли? Я не понимаю.
Давай. Окей, 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 нормуль. Может быть, вообще не вставлять эту ежевику, а? Что скажешь, без нее начать? Чтобы время не терять. Ну, в принципе, можно, да? Вообще без ежевики. Давай попробуем с тобой без нее вообще. Посмотрим, как это будет все дело выглядеть. Самому интересно. Может быть, от нее толку-то здесь вообще никакого нет. Так, мины везде у нас вставляем. Мы можем вот так вот вставлять ежевику уже со временем. Как вариант, да? Ну да, почему бы и нет? Выставляешь себе ее спокойненько, да и все. Так, где он? Ага. Бу-бу, дотанцевались, доплясались. Летунов нету, пока не вижу. Ладно, на всякий случай нормально. Активируем и высаживаем опять с тобой везде мины. С тобой высаживаем мины. Здесь под... Блин, подрыв не смог сделать. А вот здесь? Почему-то не могу, блин, активировать. Там, видишь, когда взрывы эти происходят, или когда идет куча зомбарей, не видно, где находится свободная ячейка. Да, чтобы ты туда мог что-то поставить. Просто не видно. Так, опять эти летуны. Ну, в чем проблема? Что там? Что опять выждаем? Давай. Блин, видишь, не могу поставить, потому что здесь, видите, вот его на вот эту вот пробирка лежит. Конечно же, она мне очень сильно мешает. Бамс, взрывы. Что там у нас по очкам? Все очень плохо, да? Этих сдули, вот здесь подбили. Ну смотри, оппонент наш нас практически уже догнал. Я, конечно, все равно выиграл, но практически, ребята, на говногу. Ну, тут смотри, тут, ё-моё, донатное растение плюс ежевика 4 уровня. Мята 6 уровня. То есть, ну, молодец, молодец. Так, сколько у нас с тобой получается? Покажи. 92 конфеты. Слушай, а ивент у нас же какой-то должен, по-моему, сработать. Квест комплит, ну. Но здесь гемы. Так, а здесь? Давай, 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 сколько мы получим с тобой? Блин, 6 не хватает. 6 конфет. То есть мне даже не хватит, если я пройду вот эти испытания, ты понимаешь? Даже этого мне не хватит. Грустно. Неужели я с мятой пролетел, а? Хотя, подожди, может быть, мята будет действовать до тех пор, пока у нас находится... Проходит вот этот вот ивент. А? Если так, то мы с тобой получим. А если... Да, мне кажется, что... Лига, она сама по себе. Кстати, она закончится через 8 минут. Давай посмотрим. Мы с тобой посидим, подождем маленько. Она закончится и глянем, что у нас тут изменится. Так, у нас еще и... О, фасольку могу прокачать. Оказывается. А ну-ка, сколько? 5000. 5000. Да, друзья мои. Еще у меня вот это растение. Монфловер. Лунный цветок. Тоже можно прокачать. То есть, как минимум, нужно 30 тысяч на прокачку всех моих растений в данный момент. Офигеть, это, конечно, дорого. Но в любом случае, так, и этот. О, вот этого малыша можно прокачать маленько. Да? О, красавчик какой. Хоп-хоп, с этими с рожками. Ладно, потратились. Что дальше? Что дальше? У нас с тобой, не знаю, это, по-моему, тоже не обновилось, да, насколько я помню. Пенни пурсует, она так и осталась. Ну да, все то же самое. Там какой-то трэш просто идет, я не знаю, ребят, как тут проходить. Нет, ну если, конечно, у тебя такие будут растения, как вот увидел у оппонента 8-9 уровня. Я думаю, он вообще это все проходит без проблем. Плюс он тратит гемы на еще 2 дополнительных перка. И тогда да, тогда он разруливает ситуацию. А я, знаешь, что хочу поиграть? Подожди-ка, это, кстати, у нас, по-моему... Это только будет, да? А, ну, опять же, донатная, ребята. Это оливка, оказывается, понимаешь? Я думал, что это какой-то пенек, это оливка. Вот так вот. Можем с тобой купить еще перчатки за 20 гемов. Ну, согласись, зачем? Все равно вырваться уже вперед мы с тобой не успеем. Будем, где будем находиться. Единственное, что да, я не пойду, не попаду в следующую лигу. И опять зависну в серебряной. Кстати, здесь я очень долго уже завис. И посмотреть, знаете, что можно?
Сколько мне еще? Так, 617. Как ты видишь, у меня корон, а нужно нам 1000. Блин, как их тяжело копить. Сколько нужно этих корон накопить, чтобы... Смотри-ка, я Альвара переплюнул. Да, в тройку, конечно, лидеров не ворваться. Но если бы я 3 дня бы не профукал, возможно, где-то там и был. Ну что, пойдем, наверное, с тобой в приключения. А мне нужно урвать, сам знаешь, вот здесь вот 3 пиньятки. И мы пойдем с тобой именно в тот древний мир, где как раз дается нам подсолнух. Но тут сложно, ребят. Я в последний раз, когда играл, ну что-то как-то жестко меня тут наказывали. Очень жестко, я очень много раз фейлился. Но, слава богу, здесь ничего не надо тратить, ни денег, да. Ты просто переигрываешь свои попытки, и все. Так что давай, мне здесь как-то больше нравится. Ну, солнышко, хорош уже тут нервировать меня. Поехали. Так, ага, динозавры все лыбятся, все довольны. И поехали, ребят, тут нам выбора особого не дают. Как говорится, что есть, тем и пользуйся. Так что давай смотреть. Зомби поперли, да, поперли. Давай сюда поставим. Немножко зря сделал. Орех лучше всего выставлять именно на 3-ю ячейку. Вот сюда, потому что когда появляются вот эти вот динозаврики, они скидывают как раз этих зомбарей именно сюда. Именно к этому ореху. Не перекидывают его, а именно здесь они будут стоять. Так что делай выводы. Малыш, ну куда ты прешь? Так, куда бы нам с тобой? Наверное, здесь, ё-моё. Здесь, наверное, придется потратить нам финансики свои собственные. Здесь будет очень сложно, особенно когда пойдут гаргантюа. Ну до них мы дойдем. Так, давай вот этих вот. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, видишь, что происходит? Вот, ребята, вот про это я тебе и говорил. Так, ладно, здесь нахлобучили. Они все больше и больше и больше, больше скидывают их. Так, отвали. Отвали от моих растений. Так, они сейчас... Блин, тут еще и эти появились. Еще и птеродактили. Сейчас будут съедать моих горохострелов. Ну и зачем я так сделал? Или сработал все-таки? Или все-таки сработало. Так, давай сюда поставим. Когда пойдут гаргантюа, наша надежда будет — это именно виноград. Упс. Смотри, что сейчас. Сейчас эти тут скидывают. Где? Где? Кто? Что? Давай, наверное, на верхность активируем, да? Блин, горелы сейчас съедят. Или не съедят? Не могу пока понять. Съели уже, да? Ну-ка. Отталкиваем их всех отсюда прочь. Выставляем обратно свой орех. И вот виноград. А вон, ребята, и как раз гаргантюа идет. Да-да-да-да-да. Он не такой легкий. Так просто ты его не подобьешь. Этих откидываем с тобой. Во-во-во, уже подошел. Так, ну-ка. Подальше-подальше увести, ребят. Блин, а тут-то этот прошел, Гаврюша, я его даже не заметил. Слушай, вы достали тут уже бомбить-то постоянно. Ну, блин, горелый, ну что ж ты, давай. Пробивай, отлично, пробили. Этот тут еще появился. Так, этот влюбленный, давай вот так, оп, отталкивайте всех обратно, пожалуйста. Упс, друзья мои. Идут проблемы. У нас проблемы тут идут. Обычно я не трачу здесь денег. Обычно. Но тут как-то чересчур их много. Ну, пацан, смотри. Где виноград? Я не вижу винограда, ребят. Мне нужен виноград, потому что уже гаргантюа идут. Время для виноградика. Но я его не вижу, вот он. Давай. Угу. Как-то вот так он должен был получаться. Сюда выставляем орех. Давай, сельдерей, наяривай. Так, здесь надо вот таким вот образом нам сделать. Смотри, что он делает. Гаргантюа-то уже практически подошел вплотную. И самое главное, что здесь нету газонокосилки. То есть, если они прорвутся, то все, фейл сразу же. Без всяких тут пощад. И самое удивительное, почему у меня вот этот вот простоял, даже ничего не стал делать. А, сельдереюшка, вот объясни мне, пожалуйста.
Какого перепуга ты не стал бомбить? Так, этому мы не даем шансу просто пройти. Ты видишь, да? Мы этого гаргантюра с тобой отталкиваем. Можно спокойненько уже выставлять сюда. Сельдереюшка, ну что ж ты, что ж ты. Давай вот так вот его оттолкнем отсюда. И виноградом добьем, наверное. Нет, не добили. Вот такой вот он сильный, этот чувак. Древний гаргантюа. Самое удивительное, почему называют его гаргантюа. Это, по-моему, если не ошибаюсь, писатель такой или кто там. Картины, которую рисовал, да, гаргантюа. Нет, все-таки, по-моему, писатель. Не буду врать, ребята, но кто-то такой известный. Почему именно в честь его имени назвали вот этих вот зомби? Непонятно. Ну что, друзья мои, мы с вами получаем пиньяту. Я хочу посмотреть, что нам выпадет из нее. Ну, 100 монет, это понятно, это стандарт. 3 мины. Кстати, тоже бы неплохо прокачать бы эти мины на следующий уровень. И 3 ореха. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватает нам, чтобы пропать орех. Кстати, тоже неплохо было бы, да? Континье. Так, мы с тобой что-то там выполнили, каких-то 2 задания. Соответственно, мы с тобой можем... Сможем же забрать какой-то ревард, нет? Нет. Губишки Рэй раскатил. Никакого тебе реварда здесь не будет. Слушай, давай вот это вот пройдем с тобой. Да? Тут всего лишь одно задание, мы получим с тобой на халяву, грубо говоря, 2 конфетки. Почему бы их не получить, если есть такая возможность. Так, Пенни тут пришло. Что-то мне рассказало. Ох, ё-моё. Там ребятушки-то мощно идут. Кукуруза. Все под удобрениями, да? Ну, кроме капусты. Поэтому кукурузу мы с тобой будем, наверное, держать до последнего. Потому что ты видел, там и водные, да? Гаргантюа будут. Здоровяки и водные зомби. Капуста у меня не особо хорошо прокачана, поэтому особого результата именно по урону, по дамагу не стоит ожидать. Кукурузу буду держать до последнего. Пускай она вон стоит здесь, а пока будем одними капустами с тобой защищаться. Так, серферы там пошли. Пошли серферы. Вот теперь, наверное, можно одну и применить. Кукурузку. Будет, наверное, замечательно. Блин, что же вы такие жесткие-то? Блин, а мне как назло дают пока одни кукурузы. Во. А, вот как раз нам, ребят, дают протестить вот эту новую армомяту. Она очень прикольная, но ее делать надо на последний момент, когда уже, ну, действительно, дела плохи. Она работает именно на растениях катапульты. То есть на арбузах, на кукурузах. Кто у нас? Так, вон, смотри, смотри, идет. Вот этого надо быстренько сейчас ушатать. И вот такие вот, ребят, снаряды вылетают. Довольно прикольные. Мощные, видишь, да, сам? Офигеть. Но-но-но-но-но-но-но. Гаргантюа, куда пошел? Ну, это же не гаргантюа, ребят. Это, на самом деле, совсем по-другому его величать. Наверное, какой-нибудь зомби-водяной. Опачки, смотри, что мы сейчас с тобой сделаем. Бух, выстрелил и понеслась. Просто понеслась резня здесь. Довольно неплохая мята. Вот именно поэтому я ее и хочу получить. Согласись, в этом есть какой-то смысл. Воу-воу-воу, ты посмотри, какой бомбеж идет. Просто прекрасно. Просто великолепно. По-другому это не назвать. Также оно распространяется и на эти. У нас там есть огненные катапульты. Помнишь, да? Прекрасно. Вот. Эффект обалденный. Я вот не знаю, правда, на банановую бомбу она будет распространяться, банановую ракету или нет. Или только на катапульты. Ну, там, в принципе, есть в описании про эту мяту все, на кого она действует. Можно это все посмотреть. Так, ну что, мы с тобой получили, да? Еще 2 конфетки. Ведь получил или нет? Угу, получаю. Так, и смысл... Смысл еще можно 3 получить. Подожди-ка. А вот это что такое? То есть я не получил нифига, получается, да?
Только 3 здесь можно заработать. Это практика, ребят. Это я буду сам с собой драться, это ерунда все. Почему вот здесь вот мне не дали? Странно. Ну-ка посмотрим, я хочу сравнить. Действительно, что ли, мне бросили сейчас с конфетой? Да нет, получил 96. Ну, если 96, значит, можно... Блин, практику эту не хочу играть. Давай еще попробуем здесь сыграть. Еще 2 конфеты мы с тобой заработаем. Так, что у нас тут за уровень опять? Тут уже Дэйв подсоединяется. Ох ты, а в чем прикол? Ну, естественно, электрокамыш это обязательно выставляем, потому что там и курятники будут. Нам надо будет защищаться против кур. Только не говори, что у меня все будет здесь состоять. Нет, вот. Вот, кстати, прикольный, да, ребята? Электрический горхострел. Очень классный, мне нравится он. Наверное, нам надо вот сюда его поставить. Для начала. Он пробивает весь ряд. То есть снаряды его прожигают все. Ну, это хорошо. Это хорошо, главное этих куриц не подпускать к себе. Ух ты! А это что за мята? Я такой... Вау! Я такой мяты не видел, ребята. Оказывается, есть электрическая мята. Офигенно. Вот это не бомбят, а. Слушай, я что-то захотел вдруг электрическую мяту. Но, понимаешь, если бы у меня был бы вот этот вот электрический горхострел, да, какой-то смысл был бы. А так, ради только... Ради, как говорится, одного вот этого электрокамыша приобретать, ну, это не имеет смысла вообще. Ну-ка. Бум, нифига, тут разряды. Опачки. Пошли эти зловредные зомби. Механические, да? Давай, мы их будем прожаривать. Слушай, ну тут вообще великолепно. Просто имба какая-то, ты посмотри. Да, для меня это нежданчик, что здесь есть электрическая мята. Круто. Но, тем не менее, за то, что мне дали ее протестить, я получаю 2 конфетки. То есть мне не хватает еще всего лишь 2. Кстати, ивент-то уже, по-моему, закончился, да? Можно посмотреть, что мы там с тобой. Кстати, мы за прохождение тоже же получаем конфеты. Точно, ребята. За лигу. Так, что там? 10 минут у них перерыв, понимаешь? Ну, естественно, это обновление идет лиги. Ну, я не знаю, 10 минут еще здесь. Что нам мы здесь еще будем 10 минут с тобой делать? Проходить вот это задание. Где оно? Вот это вот. Ну, это практика. Вот, давай. Ух ты. Еще могу 3 получить? Слушай, ну это вообще какое-то просто райское наслаждение. Давай, конечно же, побежим. Еще раз пройдем. Я так понимаю, опять же с этой мятой, да? С электрической будет связано все. Так, что-то Дэйва больше не было. Ну да, получается так. Окей, я согласен. Поехали. Тем более тут, считай, халява, ребят. Вообще все на изи. Выставляешь электрокамыши, мяту, естественно. Она 10 уровня. 10. Слушай, а 10 уровень, это, по-моему, насколько я знаю, это максимальный, да? Да, и вжаривает она, ты сам видел, не по-детски. Усиляет тебе твои растения. И тебе так начинает впаивать вражинам, что они, бедные, просто бегут без оглядки со своими подпаленными пятками, да? Так, терпим, ребят, до последнего. Как только будет слишком туго, я буду применять, естественно, мяту. Но пока тут все терпимо. Давай сюда вот вниз поставим электрического горхострела. Так, сюда надо влепить. По-моему, приближается враг. Трындец просто. Вообще имба какая-то. Просто имба, ребят. И причем, я так понимаю, вот эти вот электрические растения очень хорошо уничтожают именно вот эти вот машины, да, машины-зомби. Это прикольно. Это очень, ребят, прикольно. Ну что, добиваем, тут осталось-то совсем чуть-чуть. Слушай, и мята довольно долго держится. Смотри, она играет и играет, играет и играет. Все, я всех уже разнес, она исчезла. Прикольно. Ну, понятное дело, на 10 уровне ей не положено долго здесь находиться. Ну, ребята, мы с вами получаем 3 конфеты. Блин, а смысл? Хотя, подожди-ка, у нас же, по-моему, в магазине есть, да, мята?
Да, она должна быть в магазине. Сейчас мы зайдем и приобретем ее с тобой. Это у нас, как говорится, мята именно для катапульт. Вот он, магазин. Давай искать. Я надеюсь, ее здесь не убрали. Будет очень обидно, если ее здесь нету. Слушайте, друзья мои, я что-то ее не вижу. Твою ж налево. Хотя, подожди, если они добавляют электрическую... Блин, ну мне бы, конечно, хотелось бы катапульту. Ну, электрическая, ты сам понимаешь. Ну, что мы можем с ней сделать? Ну, вот только для электрокамыша ее используйте, все. Только электрокамыш. Ну, ребята, я, наверное, буду приобретать эту мяту. Ну, а что делать? Согласись. Ну, вот она. Вот она. Ох, я... Блин, закрыта. Она уже закрыта, смотри. Или я могу ее взять? Вау. Я ее все-таки приобрел. Или не приобрел? Почему она у меня закрыта? Нет, я ее купил, да, ребята? Я ведь купил ее, да? Все, как и все остальные. Слушай, ну теперь есть стимул накопить вот на эту. Филаминт. Какая-то филомята. Так, ну ладно, все, я приобрел. Теперь я спокоен, друзья мои. И можно спокойненько, как говорится, выходить из игры. Конечно, хотел бы дождаться, посмотреть результаты, да, наших поединков всех. О! Так, 5 конфет, 29 гемов и 1680 монет. Ну, слава богу, я остался хотя бы в серебряной лиге. Ведь остался же. Меня никуда не сбросили? Нет, и у нас с тобой новые испытания. Давай, наверное, у нас есть еще одна перчатка, да? Давай посмотрим. Хочу глянуть, что у нас здесь за новые испытания. Ну, естественно, надо подбирать тактику. А так как это первый заход, фиг его знает, что здесь будет. Ого. Чего? Твою ж налево, тебе тут только не хватало. Блин. Как там быть-то здесь? Если дали электрическую мяту, значит, делаем выводы, ребята. Нужно применять именно ее, да? Потому что здесь механический вот этот вот чудик. Так, здесь уже наверняка понадобится нам солнышко. Дают томаты почему-то. Так, возьму солнышко. Против этих нужно взять... Наверное, вот так. Так, черт знает, как тут лучше делать-то? Как тут быть-то? Летающих нету. Слушай, это зомбариха случайно не которая идет с аурой? Это не она ли? По-моему, это именно она. Ну, возьму я мину сюда. Так уж и быть. Возьму мину. Так, возьму, наверное, Дейзи сюда же еще, да? Этих-то мы с тобой не сможем никак уничтожить, кроме как... Хотя электричество. Так о чем мне электричество? Давай вот так, наверное, сделаем. Ребята, это первая заходка. Естественно, чем дольше мы будем с вами играть, тем больше я буду понимать, что здесь нужно. Но хотя бы вот так вот сделаем. Просто посмотреть. Удивительно, что здесь почему-то мне дали томаты. Не знаю пока, почему именно томаты здесь находятся. Почему именно в них прикол. Сейчас будем с этим всем делом разбираться. Так, давай я сюда высылю томаты. Томаты скажу... А, вот они как прокачиваются. Вот оно что. Ну, он очень дорого стоит, я тебе скажу, парень. Очень дорого. Как-то даже немножко накладно это все делать. Ладно, выставим с тобой сюда лазербин. Ну и прокачать вот этот вот томат, что ли. Вот так вот. И, наверное, еще сюда вот пару дейзи влепим. Все, ребят, давайте посмотрим, как тут у нас будет происходить все это дело. А, нам нужно бомбить босса. Вот оно что. Нам нужно с тобой валить вот этого босса. Понял. Ну, неплохо. Я обожаю, в принципе, такие ивенты. Так, лазербин, естественно. Он очень неплохо прожигает как раз этого босса, как раз этого гаргантюа. Ай, не туда немножко. Блин, промах. Нифига тут что. О, да тут можно было, ребята, и... Блин, и не брать. Ё-моё, а я, кстати, не думал, что здесь будут эти
Динозавры. Если честно, я даже к этому не был готов. Что там происходит? Где он? Вот он. Влупляй, родные мои. Давай еще вжарим ему. Так, мины, 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 мины. Надо вот этих вот использовать. Я все время забываю юзать, ребят. Ну, куда ты прешь, а? Что тут? Да ты посмотри. Это жесть какая-то. Блин, хорек это тут еще, а? Ну, ты посмотри на нее. Давай, блин, я не успел. Мину поставил, а он ее слопал уже. Все, 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 все. Давай, помидоры, а вы будете бомбить или никак? Как они вообще работают-то? Помидоры не хотят работать. Куда ты? Блин, они, оказывается, проходят еще, а? Мне кажется, я зря взял здесь этот персик, да? Он вообще тут не нужен. Он тут, блин, вообще не нужен. Будем честны. Тут больше нам по... О-о-о-о, бежит, 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 голодранка. Да. Какая-то дребудень. Мины? Да, мины хорошо нам тут помогают. И все. Только лишь мины. Да вырубитесь, вы уже достали здесь. Блин, какой-то... Да как тут... Я просто растерялся. Если честно, ребят, будем говорить, я растерялся. Серьезно говорю. У меня что-то ничего не получается. Что-то как-то все через одно место. Я весь в панике. Этот орет, психует. Я вместе с ним тоже психую. Ай, господи. Трындец. Эти машины вечные, бесконечные, которые там ползут на нас. Томат, говорят, очень хорошо. Да, я вижу, что томат хорошо, но нужно на него выставлять один на другого. То есть очень много нужно томатов. Очень много томатов нужно. Еще этот динозавр, который подпаливает просто все на своем пути. Где он там? Он на этой струе. Он все сжигает абсолютно. Абсолютно все сжигает. Ага. Ну и никакой победы у меня, конечно же, не будет, да? Естественно, не будет. А это может быть не победа. Я проиграл, ребят, своему оппоненту. Считай, на 200 тысяч. Ну, тут и понятно. Смотри, что он тут применял электрическую. Откуда у него уже вот это вот? И объясни. Откуда? Она только вышла, он уже ее... Ну, в принципе, если у него было 100 конфет, то почему бы и нет? Ну да, в принципе, ребят, 100 конфет есть, сразу покупай, да и все, и пользуйся ей. Ну, в общем, посмотрел, надо будет, конечно, как-то попробовать найти тактику к этому динозавру. Но в данный момент я нахожусь на 8-м месте. Все, видишь, пошли на турнир, уже начинают тут воевать. Ну, а мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!